Итак, друзья, пролистываю вам все варианты, просто без комментариев. Вы можете сами поставить на паузу и прочитать. В конце будет мой вариант правильный, который согласовывался с моим человеком, который проверял все ваши тексты. Ну, так как текст влезает ровно прямо на экран один, то я в таком случае буду немножко задерживаться, чтобы у вас в глазах не мелькало. Все лишнее поудалял, ставил только текст, всякий мусор в виде оскорбления меня, в виде служебных команд. Я убрал. Напоминаю, что здесь 58 текстов, принятых мной. Текст в Word принят не был. Это какое-то неуважение ко мне. Типа, на, вот тебе файл, сам зайди, почитай. Мне лень его сюда копировать. А этот, видите, не влезает даже на всю страницу почему-то. Но тут даже я сейчас пролистываю, буквально открываю текст, уже моментально вижу ошибки. Понимаю, что дальше и я бы тут особо не читал бы его, потому что понятно, что тут максимально безграмотно во многих случаях написано. Не буду даже все эти ошибки сейчас комментировать. Смысл комментировать, если вы внимательны, вы просто в конце посмотрите сами правильный текст и сравните ваш текст с ним. Если вы и сравнить не сможете, ну, что с вами тогда поделать? Значит, делать нечего. Если вы не можете один текст поставить со вторым. Здесь вы видите, можете видеть ники людей, которые участвовали. Как видите, некоторые из них вороны, которые, тем не менее, у меня в бане и все равно отправляли сюда. Я никого не ограничивал. Если бы они выиграли, я бы их разбанил. Спросил бы у них номер киви. Но выиграли нормальные ребята. Самому у меня все это читать нет никакого желания еще раз перечитывать. Я доверил человеку своему. Он эту всю работу проделал. И второй раз я ее сам делать не буду. Я ему полностью доверяю. Чтобы на все эти комментарии, возражения не отвечать по 100 раз. Поэтому я принял решение. Он даже фреш участвовал, представляете, принял решение. Полностью всю эту работу перенести на другого человека. Не потому, что мне лень проверять, или не потому, что я сам в этом ничего не понимаю. А именно, чтобы потом не отвечать на многочисленные вот эти вот фразы. А как же я? Как же я? Ведь я хорошо написал. Вот этот товарищ тоже поучаствовал, видите, тоже у меня в бане. Должен мне 1000, между прочим. Если бы он выиграл, я бы ему хер отдал. Он мне проспорил пари. И 1000 до сих пор не перевел. Еще с гордостью об этом рассказывал. Нахера ты участвовал, я не знаю. Думал, я тебе эту 1000 вручу, что ли? Ни за что бы я тебе ее не дал. Ты кидок ебаный. Читаем дальше, даже пока сам все ники не просматривал, поправлял тексты. Может, еще кого-то увижу, узнал. Вот Ильич мне в личку писал, спрашивал, что там, когда результаты. Помню такого, нормальный чел. Вот это как раз текст новость победителей. Жирным шрифтом написал. Ну, это не запрещено. Декстер, опять-таки, меня ненавидит. Мой ворон в личке у меня в бане. Но в диктанте поучаствуйте, пожалуйста. Не против. Ну, собственно. Повторюсь, я никого не ограничивал. Он мне ничего не должен. И в игры он естественно, 1000 это получил. Вот Зели Боба, помните, участвовал в нашем конкурсе, где прогнозы нужно было давать. Вот сейчас и здесь поучаствовал. Молодец, активный товарищ. Вот Макс Германов, как раз-таки один из победителей. Это наш кипаут.
активный участник чата. И вот, собственно, правильный вариант мой. Все, спасибо за внимание. Спасибо всем за участие.